Здравствуйте, друзья! Всех приветствуем все на канале. Сегодня с нами Марина. Марина сделает расклад на сентябрь месяц 2023 года для стрельцов. Итак, Марина, вам слово. Здравствуйте, уважаемые стрельцы! Сегодня делаем расклад для вас сентябрь месяц 2023 года. Будем смотреть характер месяца, работу, деньги, отношения и здоровье. Будет 5 карт. Сегодня останемся. По карте мира можно сказать, что у вас месяц будет удачным, гармоничным, и у вас все будет получаться довольно-таки неплохой, потому что карта сама прям падала. Это характер месяца, работа, деньги, отношения и здоровье. По пажу мечей можно сказать, что месяц у вас будет плодотворным, насыщенным и удачным. Только вам в этом месяце нельзя лениться. Вы должны прям расширять свои такие возможности. У вас время настало для проработки всего. Для карьеры, для каких-нибудь использования ресурсов вы можете как бы вложиться куда-то, да. Развитие интеллектуальных способностей также может произойти, да. Раскрытие способностей у вас могут быть. И также у вас будут перемены. Хорошие отношения с начальником в этом месяце. Вообще-то как бы это прям хорошая такая карта у вас для этого месяца. По работе можно сказать, что у вас какое-то кризисное состояние может возникнуть. Будете принимать решения. Может быть, даже будете переходить кто-то на новую работу, а кто-то, может быть, пойдет по карьерной лестнице вперед. Также вы будете себя спрашивать, то ли делаете или не то. Многие возникнут с этими вопросами. Значит, будут стоять вопросы такие глобальные, которые вы будете решать по работе. Но вопрос в работе очень сложноват, но для некоторых будет удачный. По деньгам можно сказать следующее, что деньги у вас будут периодически поступать, будут зарплаты, будут у кого-то пенсии, у кого-то проценты по вкладам. Также получите прибыль кто-то вкладывал какие-то инвестиции, да. Ну, а так какого большого дохода не ожидается, все у вас месяц такой стабильный получается. В отношениях можно сказать, что кто в дружеских только отношениях, кто встречается с какой-то половинкой, значит, потребует каких-то дополнительных затрат. А также для семейных людей это будет как возникнут могут какие-то неприятные сюрпризы, кто-то сделает, какой-то партнер, значит, да. Ну, вообще месяц такой будет тяжеловатый для стройки отношений. Ну, вообще, как бы знакомство может произойти, но знакомство не будет таким насыщенным и радужным. А что означает по здоровью? Здоровье у вас отличное. Вы в физической форме. Любая физическая нагрузка, поход, спорт, тренажерный зал, вы прям можете успешно провести этот месяц. Со здоровьем у вас здоровье отличное. Так что, стрельцы, удачного месяца сентября. Спасибо. Благодарим Марину за расклад. Успехов стрельцам. Благодарю за просмотр, пишите свои комментарии и увидимся в новых видео. Всего доброго, до свидания.